Всем здорово, народ! Приветствую всех на канале Game Dreams. Мы продолжаем проходить игрушку This is the Zodiac Speaking. Погнали! Теперь мне гораздо лучше. Вновь светит солнце. Попрощаться с гусёной. Мы прям чистенько прибрано, что ли? Или стопудово опять сон ему снится? Каждый раз беру очки, как это запись в фактах. Только вот какая, непонятно. Подвижной ящик. Там ничего нету. О, Моника. Моника. Какой молодец, прибрался. Тут ничего нового. То же самое. Идем дальше. Пакет когда-то стоит тут. Холодильник так и не затарил. Зажигалочка моя. Ладно, пошли прощаться. Спи крепко, Гусена. Мне так жаль. Я надеюсь, ты сможешь меня извинить. Ведь я никогда тебя не забуду. Это твоя любимая игрушка. Пусть она никогда с тобой не расстается. Попытаться расшифровать послание Зодиака. Правда в том, что мой разум наконец-то от тебя свободен. Найти письмо. Вот она.
Я написал тебе это письмо в самом начале терапии и пообещал себе, что отправлю его, когда наконец стану готов снова с тобой встретиться. Мне бы так хотелось вновь быть с тобой, найти наше счастье. Тень зодиака исчезла, и теперь я готов к нашему общему будущему. Найти Марку. Что за, блин, Марку? Ну-ка, дверь не открывается? Нет. В холодильнике. У тебя нету марок? Так, думаю, возможно, в подвале. Сейчас сюда зайду еще. Нет, не здесь. Ой, а возможно и на чердаке. Нет. Что за марка? Марку, наверное, чтобы на письмо прилепить. Твою мать, вот же она. Поэтому, Моника, пусть к тебе попадет этот символ нашей любви и нашего примирения. Я буду ждать твоего ответа. Нацепить марку на письмо. Я одержал верх над зодиаком и отцом. И теперь я надеюсь, что свет всегда будет меня направлять. Ну что ж, вот мы и прошли эту игрушку. Игра простенькая. Я, конечно, думал, будет поинтереснее. Ну, насколько бы я ее ценил, ну, наверное, где-то на 5 из 10. Ну, для любителей квестов, конечно, возможно, зайдет. Я ее приобрел, потому что я был заинтересован в истории самого зодиака. Ну, оказалось, что игра не очень, скажем так. Ладно, ребята, будем заканчивать. У меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, потому что я уверен, что следующая игра, которую я буду проходить, вам понравится. Это точно, я думаю. Ставьте лайки, народ. Пишите комментарии. Всем спасибо. Всем пока.